Значит, во времена ваучеризации, точнее до того, как этот здание данного детского сада принадлежало предприятию. В онные времена предприятие, соответственно, избавлялось от непрофильных активов, и здание было выставлено на продажу. Значит, здание детского сада действительно было приобретено частным лицом. И с того времени по настоящее время данное здание находится в аренде у муниципалитета, и там размещается детский сад. Договор с обременением. В этом здании может быть размещен только детский сад. Ситуация, естественно, нам известна, она на контроле. Угрозы нет пока никакой. Сейчас там на самом деле аренда. Ну, 9 апреля мы расторгаем аренду. То есть он будет освобожден, потому что там было применение по аренде. Вот, все условия. 9 апреля, то есть что там не будет больше детского садика, да? Ну нет, не будет. Хотите, сделайте, хотите, не сделайте. Вообще там назначение нежилое, там можно делать все, что угодно. Сейчас они тоже платят только частично, долг они не погашают. То есть это основание для того, чтобы расторгнуть. По крайней мере, по гражданскому кодексу, а также у нас в договоре предусмотрен этот фонд. Собственника сослаться на долги нет оснований, потому что мы выплачиваем. У нас действительно висел долг, но в настоящее время мы его выплачиваем. В начале недели я подписала все платежные документы, весь долг гасится на этой неделе. Сегодня выставляется на продажу помещение, в котором располагается уже муниципальный детский садик, но муниципалитет демонстрирует свою полную беспомощность, не может ни заплатить ни по долгам за аренду этого помещения, и нет в бюджете денег на приобретение. Здесь своего слова должны сказать областные власти. Здесь органы государственной власти должны принудить собственника продать это помещение по рыночной цене, по цене, которая бы устроила обе стороны. Было бы гораздо хуже, если бы они сейчас выселили детский садик и сделали там, я не знаю, баню, что угодно, или офис там себе. И мы бы лишились этого помещения как профильного, как такового. А так они готовы продать и сделать их там хоть садик, хоть два.